Привет тебе. Я Коперник, продолжаем играть в игру под названием Unravel 2. Так. Что я в прошлый раз... Ага, вот, все, отлично. Глянь, Купырь сидит там. Чувак, привет! Знаешь, на что похоже? У него башка похожа на значок этот, Quake 3. Вообще, Quake, в принципе. Так, по-моему, здесь я... Здесь галки не стоит, по-моему, это та самая бесячая, да, вещь, которую я пытался в прошлый раз проходить минут 50, но не прошел. Да. К сожалению, это то самое. Кузук пердящий мерзкий. Так, сейчас. Я, пардон, забыл, здесь двойного прыжка нет. Ладушки, а ладушки. Сука! Так, сейчас пройду. Если нет, то нет. Ну, останется уровень не пройденным. Ну, с кем не бывает, как говорится, да? Эй, братишка. Давай беги. Ты что? В опизду ее, знаешь, этот уровень. Нет уж, спасибо. Не хочу я. Так. Старчик Понтрик, Стар Левел, Экзит Левел, да. Нет, спасибо. Не хочу. У меня снова начинает дико гореть. Седалище при виде этого уровня. Спасибо, но нет. Can't you lie on them? Так, что мне нужно сделать? Ага. Тихо, подожди. Эй. Меня эта хрень задувает, нифига себе. Угу. Понято. Так, второй пошел. Вот сюда, остановись. А, ладно, пошли за синего. Порубимся чутка. Так. Ой, а почему? А, ну ладно, ладно, окей. Ну же. Не прыгает собака сутулая. Может, вот так, типа? Так, теперь... Ага. Ой, нет. Вот так вот. Теперь ты. Ни хрена себе, а что за хренандуловины? Оу, Дэвид Блейн, подожди. Ой. Так, давай, пацан. Вот сюдись. Так, ага, если пойдешь так, то тебя этот... Этой хренью придолбит, да? Блин, вот здесь реально нужен 2 геймпада уже. Подожди. Это не просто так. Все не просто так. Так. Сейчас. Подожди. Подожди, давай так вот. Ага. Так. Погнали. Тут-то тебе, надеюсь, не раздавит этой хренью. Надеюсь, нет.
Тихо. Ну, в нее-то я могу зап... Не могу? Ты серьезно? Так. А почему? Давай вторую. Угу. Ну, а теперь ты сюда. Уу! Не-не-не-не, Давид Блэн, нифига. Нифига. Сейчас так вот. Да, ёп. Оп, оп. Оп, оп. Да оп, оп, говорю, блядь. Нихера. Отлично. Так, теперь давай красный чипальдук привязываемся сюда. А ты синий. Так, 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 ага. Если привязаться еще вот сюда. Не, подожди. Синий, синий, нахера ты пошел? О, боги Асгарда, за что мне такое мучение? Так, привязываемся ко второму. Третье тогда опускается, так? Ой, пардонте. Давай! Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Отлично. И где выход? А, вижу чипальдука. Теперь, значит, отцепляем вот сие. Так. Ага. Все, ниточка кончилась. Да, ниточка кончилась. Тады. Первым тебя. А, ну, в принципе, все. Что ты чего выдумывать-то? Просто давай. Ну, ёп. Так. Подожди-ка. Да что ты? Подожди. Дай ебра. Не хочу я второго спускать туда так далеко. Сулико ты моя, Сулико. Так. Да что ж ты такой калич-то, блядь? Ну. Давай. А если отвязаться, ну просто... Угу, отлетает, да? Так. По-любому здесь придется, ну по-другому никак не пройти. На тебя мне дойти нелегко. Надо смерти четыре шага. Угу. А теперь мне тут никак мне не пройти, ага. Или все-таки пройти? Тут меня задует по-любому. Тихо. Ну, ёптель, давай. Опа. Не, сука, его ветром насмерть, что ли, типа он теряет сознание, что попадание ветра. Да я... Сука, не наебешь эту игру, я хочу ее наебать. Он долетает, а потом просто внезапно начинает падать ни с того ни с сего. Так, сюда. Осторожней. Ну, ёпта, давай. Оп. То есть, получается, надо в другую сторону запутать ее, да? Так вот, типа.
Ну. Нет, в другую сторону не получится. Ее запутать. Или... Сука! Чуть-чуть! Почти получилось. Так, давай вставай. Я хочу по-легкому. Но, к сожалению, ссаный пар. Все. Все карты путает. Все карты путает. Так, тихо. Между нами снега и снега. Ну давай. Есть. Все. Игру, так сказать, обманул. Собственно, вот все, что мне нужно было сделать. Теперь мне нужно просто вот сюда, вот сюда вот запрыгнуть. Ну, ну, ептель. У тебя ж получилось. Ага, все. Теперь легче легкого. Так, давай, чувак, отвязывайся. Так, отвязывайся. Отвязывайся. Ой, подожди. Отвязывайся, отвязывайся, отвязывайся. Вот сюда вот идешь. Ты, значит, привязываешься. А ты, значит, пошел. Ну, тут все легко и просто. Очень легко. И очень просто. Так, теперь. Угу, здесь, значит, никак, да? Так, отвязываешься. И к этому привязываешься, да? Угу. Подожди. Так. Не-не-не-не-не, Дэвид Блейн, нифига. Понял. То есть я зря, так сказать, геморроился, да? Ну. Жи. Ну все, в принципе, здесь отвязываемся, смотри. И все. Нет, не зря геморроился, не зря. Смотри, сейчас. Так, раз. Так вот, два. Ну. Погнали. Не зря геморроился, в общем. В противном случае все было бы чуть попечальней. Все это легко, это несложно. Думал намахать игру пару раз и, собственно... не знаю, так задумано или так не задумано. О, какой-то шевеллер весь в крови. Давай, чувачок, вставай. А это короткороги, я буду называть тебя исламист. Полумесяц. Молодец. Пошли, пошли. Аллаху Акбар! А это так, альтернативная вселенная, можно сказать. Давай, Визанчик. А здесь я был? Тилтот. Ты серьезно? Тут еще был? Сейчас посмотрим. Я просто не помню, к сожалению. Нет, здесь я не был. Ну, давай побудем. Все-таки тогда. Просто очень давно играл уже в эту игру. Наверное, с месяца назад, может, полтора. Для вас там всего ничего времени прошло. Для меня много. Это какие-то, блин, прыжки жесткие. Где? А где негодяй? А как я там через огонь пройду? А где чувак, которого надо спасти? Эти большие патроны какие-то делаются, да, как я понимаю? Оу! Надо в эту гильзу забраться. Да, это гигантские гильзы. А как ты хочешь, чтобы я тебя прошел, блядь? Тебя же нельзя вроде как зацепиться. Ну да. Типа.
Так. Ты охренеешь. Сейчас. Куда ты потянул, дурень? Худой конец, зачем ты побежал? Ага. А как тут, а как здесь? Да ты ебанулся, что ли? Он вылетает сам. Да хорош! Да вы травите, что ли? Не-не-не, нифига. Да хорош! Не, я понял, как всю эту шляпу проходить. Понял. Так, то потом опять надо назад, да? Что-то жестко. Больше что-то будет вторая фигня, которую я не могу пройти. Надо было на ту сторону опять перебраться, но я боялся, что слишком сильно рванет. Наш чувачок и... Опа! Что-то не понял. Оу, вот этого я боялся, вот этого я боялся. Что он слишком сильно прыгнет. Так должно быть. А как так? Я должен на ней держаться. Не допрыгивает. Там же нитка пережжется, если этот. А как это? Как, блядь, здесь ты представляешь себе? Вот я сейчас как, блядь, каким образом? Ну, один, допустим, вот пройдет, да, допустим. Допустим, одним я прохожу таким. Хоп. Хоп, хоп. Допустим, туда падаю туда. Допустим. Не-не-не-не-не. Мне просто интересно, как они представляли это проходить. Может быть, я дико туплю, но... Ребят, напишите мне, как это вообще, в принципе, должно проходиться. Может быть, я что-то с чем-то путаю, блядь. Если он сейчас попрется туда. А! Вот так, типа, на гильзу вот так прыгать сверху? Ты ебанулся, что ли? Все одно касание, ты труп. Даже легкое касание. Стою, смею заметить. Я даже забраться не успеваю наверх. Ой, блядь. Я даже забраться наверх не успеваю, серьезно. Давай, быстрей, быстрей. Сука. Так, погнали. Держимся, держимся, держимся. Ну давай. Ёбаные гильзы. Да ты-то прикалываешься. А как я огонь должен пройти? Стоп, подожди, мне тоже интересно становится. Люблю, когда сложно, люблю, когда интересно. Я в гильзу не могу спрятаться вовнутрь, хотя, блядь, по идее можно, а не внутри полые. Может быть, я что-то не понимаю, может здесь пока еще рано я зашел? Слишком. Через огонь не пройти. Упс. Понял.
понял, что должен сделать. Это ебануться. Сосны гнутся. Смотри. Нет, не самоубийца. Нет, не самоубийца. Это будет что-то вообще дико тяжело сейчас. Смотри, как это делается. Так. Надеюсь, на нее можно встать. Там буковка on-off есть, переключатель. Я не знаю, я попытаюсь на нее встать, конечно, но... Я не вижу смысла геморроиться по полчаса с одним уровнем, потому что... Блять, ну это не прикольно. Может быть, кому-то и нравится смотреть, как моя жопа горит. Как у меня бомбит. Дико, но... Нет, спасибо. Так, все, это я уже сам спешу. Сам спешу. Спешка нужна. Что? Где? Правильно, только при поносе, при ловле блох. Надо было, наверное, привязаться, типа. Просто не могу туда. Все понял. Смотри. Раз. Попытаюсь сейчас привязаться. Огонь не погас. Оп. Слишком низко. Так, и огонь типа вообще погаснуть должен, да? Или какое-то время должно пройти? Так. Хорошо. Ой, не-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 
Оп. Давай, давай, давай. Нифига. Нифига. Вот ни разу нифига. Эй, давай, ну ёбаный, сука. Так, ладно, ладно, ладно. Не всегда с первого раза удается запрыгнуть на эту шляпу. И она просто гасит только один огонь, и все. Остальные огни же остаются. Ребята, что, ебанулись, блядь? Только один ссаный этот гасит, и все. По центру остальные... Не, я думал, типа, вообще все выключается. Типа, так вот прошел. Прогеморроился. Воу! 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 Второй соскочил. Нет, самое главное, да, самое страшное, это тут здесь пройти. Все верно. Самое стрёмное здесь пройти, потому что он дальше становится на гильзу и просто на ней катится. Ну, только не говори, что вот он будет сейчас катиться на одной гильзе, и типа ниточка кончится. И придется, блядь, второму догонять. Тихо. Тихо. Качнуло. А если второму придется догонять, то это пиздос. Это точно не справлюсь. Ну, блять, это невозможно вообще. Ну, в смысле, это можно, но явно не на одного раз считано. Потому что резко придется переключаться на второго, и вторым пропрыгивать с такой же скоростью, как бежит и тот. То есть ни одной гильзы не пропустить. Это пиздец, блять. Вы как себе это представляете, ребята, господа создатели? Что это за хуерга, блядь? Это можно пройти, но это пиздец как сложно. Ну, в смысле, я же... Если бы я хотел себе жопу разорвать, я бы скачал бы какой-нибудь мидбоя там. Не знаю, Dark Souls бы поиграл. Ну, блядь, не в эту детскую игру с вязанными чувачками. Unravel, ту, ёпта. Чё вы творите, ёбаный? Нитка. Ёпта, бля. Они еще горят, дедюж, легко. Да глянь, вообще одно касание, и все. Тут, блядь, малейшая промашка, и все. Тубе пизда. Ну, ёпта твою мать, блядь. Сука, да прыгай, пес. Единорос, блядь. Сука, аж накаляет, серьезно. Давай. Да я же прыгнул, блядь.
Я помню прекрасное управление. Я в эту игру играл не так давно. Всего месяц на... Давай! Давай! Я просто прибил гильзой. Сейчас. От чего это гильзы? Что это за убер-пушка? Это ж вязанчики, они не настолько маленькие, как я понимаю, они сантиметров по 30. Что это за гильзы? Ну, в смысле, они даже... Не то, что полметра в них нет, нет. Конечно, у них нет полуметра, но... Блядь. Спасибо, но нет. Это я проходить не намерен. По крайней мере, не, блядь, на видосе. Потому что я вот издрачу же весь, пиздец. Из этого говна. И в итоге... Нет. Тилтит не хочу. Так, как я отсюда могу выйти? Надо было как в Раймане какое-нибудь типа, подтверждение сделать. Ну, потому что я совсем не хотел сюда заходить. Ты где? А, вот вязанчики. А, все, уехал, да? Отлично. Эй, я же... Так. Здесь я был? Был, да. Так. О, нифига. Даже так. Ну, тут пока ничего не видно. Ну и ладно. Сейчас со всем разберемся. Ashes of Ashes. We fall apart. О, какая-то долгая глава, очень долго грузится. Блин, графика, конечно, ребята. Ты посмотри просто, как все дело отрисовано. Может быть, на YouTube-то качество не очень, здесь вообще вот все пиксель в пиксель просто все. Если назад убежать. Это блейзер? Мне показалось, что это полторашка блазера. Ну, ёбаный, шкарёбаный, давай! Дальше не прыгает. Не, видимо, стена. Я хотел к блейзеру поближе, видишь, чуть-чуть не хватает. О-о-о-о-о! А, ни, нифига, он уже по воздуху скользит. Смотри, опа-опа-опа! Все с тобой понятно. Коварная стена с блейзером. Что это? Что это? А, здесь был портальчик маленький, да? Как же красиво, блин, серьезно. Даже можно просто пройтись по лесу. Никуда не спешить. Не думать. А, суете. Мы ведь вязанчики. А вязанчики что? Вязанчики бессмертные. Ложные подберезовики. Палка. Палка-упалка. Давай. Привяжемся. Переключаемся, значит, и тянем. Пум. Так, тихо.
Все, и на другого. Цепляйся, цепляйся. Ты чего, чувак? Держи. Держи, держи, держи. На себя тяни, держи. На себя держи, тяни. Так. Попробуем, может быть, наверх как-то с палки забраться. Сейчас попробуем потянуть. Так, тихо. А, чё я туплю-то, блядь? Держи, пошли. Бум. Вот так вот забираемся. И погнали. Чуть-чуть не хватило. Давай! А как ты хочешь, чтобы я сюда забрался? Типа... Это же уровень. Скорее всего, блески тяжелые, чертовски непроходимы, но все же. Ну, человек-паук, паутина из рук. Ну, чего мы? Залагал. Пиздата. А, во все, отлагал. Ну, держи, еб твою. Оу. Тихо. А вот теперь, а вот так теперь точно достанем. Хе-хе. Не на дурачка сделано, а? Погнали. Куда ты? Так, один уровень собрали. Погнали, погнали, погнали. Угу, какие-то лесозаготовочные машины огромные. Угу. Что застрял-то где? Ага. Попробуем. Раз, два. Раз, два. Нифига. Вот колеса. Отлично. Так, раз, два, оп. Теперь. Ой. Сейчас навернусь, да? Не навернусь, отлично. Все, понял. Есть. Давай. Сейчас, смотри. Опа. Так, теперь ты. Тихо. Почти получилось. Ну давай. Угу. Ну! А, чё, туплю-то, блядь? Ха-ха. Я чё затупил? Серьезно.
Вот и все. Вот и прошли. А я что-то тупил. Я забыл то, что ниточка туда-сюда может. Ну, в смысле, она прочность может. Блин, притаился, а? Странно, завод с гильзами, какие-то военные дети, типа. Ух ты, забор под напряжение, нифига себе. Реально под напряжением? Реально под напряжением, меня током хуярит. Прикольно. Здесь были рабочие канистры, бензобаки, бензопилы. Какие-то... Ой! Ой-ой-ой! Вообще огонь! Вообще огонь, я тебе говорю. Пожар-огонь! Пожар-огонь! Ну, ёпта! А, нифига, понято. Ну! Ну, ёбаный, шкарёбаный! Типа... Ку-ку! Объединяйтесь, черти! Чуть-чуть. Хорош. Как? Да как так? Типа ты хочешь, чтобы я... Не понимаю. Ну, давай. Так, ладно, давай. Цепляйся. Если даже... Понято. Ой. Сейчас чуть было Навальный не попутал. Давай. Все. Не, привяжись. Ты можешь при... Не, стой. Паря. Подожди, паря. Подожди. Подожди. Не-не-не-не-не, стой. Вот так вот, тяни. Опа. Так, сначала тогда ты сюда прыгаешь. Понятно. Переключаемся. Чик. Чик. Держи, пошли. Оп. Переключаемся на твоего товарища. Огонь нас любезно согласился подождать. Спасибо большое, мистер Огонь. Еп. Огонь! Вообще огонь. Ой, а там огонек маленький. Напал на меня. А я думал, что это бонус-секретик. А это наебочка. Ой, ой, сколько огоньков. Сколько огонь? Во. А как я отсель должен пробежать-то, а? А как я должен? В бревно куда-то? А, все, а че я тупанул так дико, а? А че не пропрыгивает, серьезно? Пропрыгнул. Опа! Ух-ух-ух! Пожар, огонь! Пожар, огонь. Музыка классная. Музыка охренительно просто.
У-у-у! Секунду. Так, понято. Сначала дергаем ветку. Дергаем ветку. Берем дерево. Нихуя, он, да он похлеще любого ВДВшника, серьезно. Берем, дергаем. Теперь сюда привязываемся. Отбегает один. Отбегает второй. Так, тянем, потянем. Опаньки. Что там? Классно, классно, классно сделано. Очень красиво. А как я здесь? Хм, прикольно. Весьма и весьма. Понял, смотри. Привязался раз, привязался два. Давай, прыгай. Пиу. Пиу. Опа, заползли. Привязался. Раз. Привязался. Два. Запрыгнул. Теперь. Раз, два. Чего? Как так-то? Почему я здесь не могу пройти? Там еще одна хрень какая-то, да? Ну, отвязывайся. Отвязываемся, погнали. Не отвязался, да? Отвяжись ты, блин. Ты... Погнали вверх. Как ты хочешь, чтобы я здесь забрался, а? Типа дернул за... Сюда надо, видимо, проскочить. Понято, 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 смотри. Хоп. Чуть-чуть. Так, хопаньки. Нет, еще чуть-чуть. Давай, давай, давай. Давай, вязанчик, я в тебя верю. Нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну давай! Вязанчик. Вязанчик, умненький мальчик. Опа. А, все, отлично. Собственно, корень камнем придавило. И все. Да, надо уходить. А то нас всех здесь зажарит, понимаешь ли. О! А я думал, что секретик это был блядский огонек. Мыши бегут, нифига. Ой, ой, оу, воу. А было похоже, как вот он вдали летел куда-то, да? Так, не кусай меня, мышильда, пожалуйста. Чирик. Жесть какая, а? Беги, беги, вязанчик, беги. Я в тебя верю. Я в тебя верю, вязанчик. Давай, 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 давай. Нет. Ох ты. А теперь... О! 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 Держись! Держись! Вязаныч! Я тебя вижу, собакс. Ой, нет, это огонек, это огонек, это огонек. Беги, беги, сученьки, беги. Он даже под водой горит. А я думал, что секретик. А это, блин, казался огонек. Вон он, вон он, вон он. Видишь? Я тоже вижу. Оп! Не-не-не-не-не, Дэвид Блэйн, нифига. Что? Я убежал? Я же убежал. А-а-а. Второй раз качнуться, то есть нельзя было, да, получается? Это
печалька. Печаль бича. Да ух ты! Осторожней. Давай, 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 чувак, чувак, давай, давай. Ёпачёпачёу. Если не понимаю, что в этой игре с оптимизацией, она вот иногда проседает до 30 FPS. Хоть хуем бей. Серьезно. Хотя, может быть, это какие-то условности анимации именно некоторые. Может быть, я что-то не понимаю. Может быть, от того уступ надо оттолкнуться вот от этого. Угу. Ну-ка, фу. Ну-ка, ша. Может, надо было побольше угол взять? Давай-ка попробуем побольше угол взять. Оп! Не-не-не-не-не, Давид, блин, нифига, нифига! Беги! Съебывай отсюда. Сейчас вот толкань. Сейчас. О, подожди, сейчас вот так вот сделаем. Опа. Опа. Ну-ка, фу, ну-ка, ша. За мной крыс побежала. Ого-го. Шеньки. Иго-гошеньки. По-любому, вот за этим огоньком вот здесь вот. По-любому то, что было секретное. По-любому. Не-не-не, я сижу в траве. Тут никого нет. Все хорошо. Все печально. Ладно, ребяточки, давайте в следующей серии уже увидимся тогда. Спасибо за то, что смотрели. С вами был Коперник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих сериях всей прекрасной игры. Все, на сегодня хватит. Иначе серии слишком сильно затянутся. Пока-пока.